Инновации в строительстве сегодня позволяют предприятиям области не только получать прибыль, но и сохранять тепло в зданиях, продлевать жизнь старым постройкам. В Искитиме наладили выпуск особых фасадных панелей. Это собственная разработка завода, которую удалось встроить в основной производственный цикл. На старте производства десятки стальных рулонов разного цвета. Железная лента – это облицовка изделия, то, что всегда на виду. Листы металла заводят под пресс, где выдавливают один из трех возможных рисунков. Линия итальянская и умеет быстро перестраиваться. Сегодня на ней производят три вида панелей – кровельные, стеновые и фасадные. Перестройка линии занимает в районе 1,5 часа перехода с стеновой либо кровельной на фасадную систему. Панели производятся по принципу бутерброда. Нижний слой – это металлическая обкладка, второй слой – это утеплитель и третий слой – это стеклохолст. Производство фасадных панелей – запатентованная система, их делают только здесь. В отличие от классической панели, в этой нет элементов каркаса, их крепят к стене специальными болтами. Еще одно заводское ноу-хау – уплотнитель между стыками панелей. Получается, в морозы мы не можем просто герметик наносить в замок. Мы заказчику уже предоставляем сэндвич-панель, которая вклеена, эта лента герметизирующая. В качестве утеплителя используется минеральная вата. Это сырье получают из природных материалов. На пользу идут даже отходы. В этот мешок собираются отходы от утеплителя. Это минеральная вата, но оно не выбрасывается. Его с радостью покупает население для утепления стен, полов. В общем, руками говорят, трогать это нельзя. Ну, один раз можно, но потом обязательно промыть холодной водой. На выходе панель, которая не горит, дышит, сохраняет тепло и уберегает стены от разрушений. Совместная разработка Института теплофизики и заводских технологов поможет сохранить жилой фонд области. Во многих городах Сибири, Московский регион, страны ЕС уже оценили возможности этой технологии. Стена изнашивается за счет чего? За счет, прежде всего, перепадов температур, за счет ветровой эрозии, за счет ультрафиолетовой эрозии разрушается стена. Как только мы поставили эту штуку, все эти процессы прекращены. Я пока рассуждаю об объектах бюджетных, прежде всего. Понятно. Несомненно, допустим, сейчас переориентируемся. Мы имеем право отрегулировать эту ситуацию, когда мы выступаем как власть, уровень власти любой, заказчиками, это наше право проектную документацию заложить условие. Не вас как поставщика, а как условия. Да. Губернатор дал поручение специалистам в течение 2 недель разработать методику для внедрения строительного материала на территории области, особенно в части ремонта и реконструкции социальных объектов. Ирина Звягина, Владимир Напрячук, Новости ОТС.